Всем привет! И сегодня мы добрались до самого главного офиса Adidas в мире, который находится в Германии, в городе Херцегенау. Наконец-то сегодня... ты выговорил. Сегодня мы вам покажем, что здесь есть интересного. И погнали! Куда улетаем? В Нюрнберг. Ты можешь три раза произнести быстро и четко? Нюрнберг. Понятно. Under pressure, no more time. Can we make a move? Что, Антон? Прилетели в Нюрнберг. Overthinking, you and I. What do we have to lose? Опа. Сколько поставишь этому люкс? 6. Но сколько? Ну что, день второй. Сейчас направляемся в хед, главный офис Adidas. Погнали! Тоже там. Ничего себе. Посмотрю-ка, посмотрите, олимпийские кольца. Нравится? Слушай, все красиво, чистенько, чутенько, аккуратненько. Куча сэмплов. Ультрабуст, все, что хочешь. Фьючеркрафтинг. Самые все топовые кроссовки. Это лаборатория, где разрабатывается обувь, одежда, происходит пошив. Мы с Антоном здесь выдали форму. У нас были вот такие именные. Правда, у Антона что-то имя, у меня фамилия, но ничего страшного. На уровне. Переоделись, уже полной амуниции. Fritz is over there. I'm Daniel. We will lead you through a movement skill session, a combination of linear and multi-directional. So now focus. На самом деле очень прикольная, необычная тренировка. Это человек тренирует, ну не человек, у них целая команда, тренирует сборную Германии военных. Топ. Lift, load, switch, one, two, push, switch, forward, push. Hey, good job. And you're ready for the parkour. Полоса препятствий, которые нужно пройти, это координация, ведение мяча. Вот сейчас у нас испанец проходит. После чего нужно обвести фишки, в конце нужно будет ударить поворотом. Oh, it's deep, Ronaldo deep. После удара поворотом нужно, соответственно, это все засекается на время. Нужно нажать кнопку. Ну, Антон, отсняли, да, немножко потренировали, тебе нужно восстановить силы. Нам накрыли такой, как я сказал, нехилый, не слабый столик. Все прям очень достойно выглядит. Презентовали новый бутс. Здесь есть очень прикольная доска. Здесь видна очень хорошо анатомия бутс, из чего бутсы сделаны, материал. То есть они прям в разрезе полностью. Ну и самые главные игроки, которые будут играть в новой модели. Ну, бутсы позиционируются для скоростных игроков. Слав, что у тебя со скоростью? Ну, я даже не знаю, так средне. Не превышаю. Хотя мне штраф недавно пришел, поэтому бывает. Laceless, we believe, is, as I said, optimized fitness.
So the idea was to make less layers reduction of weight. This one is more comfortable than Nemesis and the Ace without laces, because the Ace without laces were not so stable in this area. This one is not so stretchy, but it locks down very good the feet inside the boot. But I think it's preference as well, though, right? Because as I mentioned earlier, everyone has different foot shapes. Yeah, human anatomy is different, right? Some consumers may find this perfect, but for those who have a wider foot, the Predator laceless would be optimized for them. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Cool. Too many obstacles, you gotta stop. The objective was 3 kicks from one position to the left upper corner. It was a young professional, and yeah, it was just impressive how accurate this young guy was to repeat it really in the same direction. And the big advantage of the machine is players are not always working in the same behavior. Сейчас нам показывают машину, которая имитирует удар футболиста, только прикол в том, что футболист не может одинаково бить каждый раз, а машина может. Так они тестируют мячи, бутсы, полет, аэродинамику и так далее. Да, ну удар идет в стиле Роберта Карлоса, как я понял, потому что движка направлена. Включен он? Внешне, да, он бьет, и мяч так уходит. Оттягивает. The seams of the ball, why it appears. I searched in for like through the whole internet, and the main key is like the ball have seams. Mm-hmm. If the ball is seamless, it will have more problems. Yeah. Like it has seams, it's more stable. The problem is, I would never say that Chabulani has had it, but what we are controlling in the meantime is you have to have homogeneous seam. You have to control the geometry of the seams, the depth, the shape of the seams, and you have to control it really around the complete ball. So the ball should be always the same from different angles. Exactly. And it That's will be point. More stable. Yeah. Well, this ball is more stable than Brazuca. Yeah, absolutely. We tried it with knuckleballs. No, the wind tunnel tests have shown Brazuca was as well already very more very stable, stable than 2006 yeah. So World Cup ball, 2008 Europa. Exactly. Your goal is to make the most stable ball from absolutely. Time to time. Absolutely. To with this little influence that we can have. Mm-hmm. So we are trying to make it really predictable mm-hmm. for the goalkeeper as well. As mentioned, as soon as you kick the ball without rotation, you will always have the risk of some movement. You will never be able to completely make avoid a it. Straight yeah. kick. Yeah. So I got you. It can happen, yeah. But there is a risk that this because of the pressure, air, exactly. wind, and exactly. stuff like that. А смотри, спросил, он может делать такой мяч, чтобы он вообще дико летал, просто вот так okay. вот. Could you make a ball that will fly like? Because kids always want to perform a knuckleball. They always ask how to make it. Yeah. There are developments on the market, not with regard to the ball flight, but to the behavior on the floor, on the ground, to have unpredictable movement, jumping around. Because you have the problem. A lot of academies are working already on perfect conditions. They are not used to unpredicted movements, mm-hmm. so they are not really flexible in their mind, mm-hmm. and therefore some coaches are looking for bad conditions and a bad ball can bring exactly this behavior. So thank you for my questions, for answering my questions. Ну что, сейчас нам рассказали, как создавалась форма к чемпионату мира от самого начала до самого конца. Даже видно, насколько они похожи, откуда брались идеи для дизайна. Вот можете наблюдать, как это все происходит. Creating a better stability, and they are also organized in a way that it's balanced in all different sides. No matter if you spin or rotate the ball, you.
Ну что, можно подвести некий итог. Было очень круто побывать в офисе такой крупной компании, как Adidas, посмотреть, как создается продукт изнутри, как делаются бутсы, мячи от идеи до финального уже завершения конечного продукта. И, само собой, мы рады поделиться этим опытом с вами, поэтому пишите в комментариях, как вам нравятся ли такие видео, делать ли подобное в дальнейшем. Антох, чё, как сегодня видео поснимали? Да, с приколом получилось. Ты как у рака шея. Подзагорел слегка. Все, закончилась наша поездка. Как тебе в целом Германия, Нюрнберг? Что ты можешь сказать вообще? Какие-то впечатления остались? Ну нет слов. Было слишком хорошо. Ты еще вернешься в Германию? Обязательно. В гости к Конзи следующая поездка. Забавно получилось, что сейчас Конзи... Конзи сейчас в Москве, в России, а мы в Германии. Ну сейчас Switch будет.